Отдохнуть на свежем воздухе с пользой для собственного здоровья теперь смогут жители поселка Сухого, а он находится на территории Братска. В населенном пункте появилась первая спортивная площадка. Обо всем подробнее в следующем сюжете. Этот день маленькие жители поселка Сухой в Братске начали с разминки. По-другому в спорте никак. Несколько стандартных упражнений и вперед на тренажеры. Сегодня они украшены воздушными шарами. И для этого есть повод. В поселке появилась первая спортивная площадка. Между прочим, единственная. Мы очень долго ее ждали и делали все для того, чтобы эта площадка у нас наконец-то появилась. Очень много детей здесь. Прямо я не думала, что столько детей много в поселке. Еще несколько недель назад здесь был пустырь. Теперь детская площадка, комплекс «Кросс». Кроссфит и 8 тренажеров. Все они созданы специально для улицы, антивандальные и рассчитаны на любой возраст. Такая спортивная площадка для поселка с населением в 2000 человек – настоящий подарок. Сделал его благотворительный фонд «Сибирский характер». Право разрезать торжественную ленту досталось основателю именно этой организации. Фонд «Сибирский характер» давно уже сотрудничает с поселком Сухой. Реализовано несколько хороших, добрых, полезных проектов. Это и приобретение глубинных насосов, и водовозные машины, ремонт помещения совета ветеранов, помощь в ремонте памятника с ветеранам войны. Недавно с большим успехом прошли бесплатные гастроли театра «Кукол» Кирлямы в поселке Сухой. Радости было много, мы видели. И уверен, что с годами наше сотрудничество будет только крепнуть. После того, как ребята познакомились с тренажерами, настало время взрослых. Местные жители уже решили, что именно здесь будут проводить спортивные праздники. И этот факт является отличным примером того, как всего 8 тренажеров могут объединить целый поселок. Влад Рыбаков, Евгений Шуев. Новости по будням.